В последние годы отдел маркетинга компании Ford не радовал прозорливостью. Да что говорить, большую часть современных трендов фордовцы откровенно проворонили. Лишь суперпикап F-150 Raptor оказался откровенной рыночной удачей, заложив неожиданно крепкую основу под целый класс техники. Поэтому новое поколение 150-го не могло обойтись без такого исполнения. Описывать внешность и салон не имеет смысла, ведь Raptor традиционно выделяется дерзким декором. Плюс злой пикап теперь отличается не только видом, но и звуком, так как водителю позволили выбирать один из четырех уровней громкости выхлопа. Главное же – это подвеска, в которой трудятся почти всемогущие амортизаторы. У последних есть выносные резервуары и электронное управление жесткостью. Плюс ради больших ходов подвески инженеры решились на организацию хитрой многорычажки на заднем мосту. Усиленная рама и здоровенные колеса следует воспринимать как нечто само собой разумеющееся. Однако даже здесь Ford нашел чем удивить. В штатном исполнении стоят катки внешним диаметром 35 дюймов, но на заказ доступны огромные колесища на 37 дюймов. Из старого остался только силовой агрегат, состоящий из мощной битурбо-шестерки и 10-ступенчатого автомата. Правда, раскрывать отдачу движка пресс-служба посчитала преждевременным, предложив дождаться лета. И продолжая тему пикапов. В России сегмент такой техники носит чисто номинальный характер. По итогам 2020 года на грузопассажирские машины пришлось меньше 1% от всех продаж новых авто. Тем удивительнее, что Toyota не просто не убирает свой Hilux, а даже выводит новые версии. Так в продаже появилось бензиновое исполнение пикапа, хотя до этого российский офис принципиально предлагал сплошь дизели. При объеме 2,7 литра атмосферник выдает 166 сил. С точки зрения налогов и страховки агрегат однозначно стоило бы придушить до 150 лошадок. В придаче идут безальтернативная 5-ступенчатая механика и подключаемый полный привод. Стоит бензиновый грузовичок всего на 50 тысяч рублей дешевле дизельного. К заказу доступна всего одна версия с тремя подушками, обычным кондиционером и стальными колесами.